знаете, у нас есть и молодые ребята, и уже более опытные, но я хочу, чтобы многие понимали, что у нас многие ребята, кто-то играл на область еще недавно, да, кто-то вообще, как Сергей Рацев, он в профессиональном футбол никогда не играл, а кто-то не играл в командах своих, которые был там в первой лиге, они не играли, не попадали в состав. Да, поэтому мы делаем команду, и я очень рад, что те футболисты, которые были недооцененные в других клубах, они у нас раскрываются, они у нас растут, и даже местные ребята. Я считаю, что мы, наверное, одна из тех команд, в которой 5-6 игроков местных играют в основном составе. Это большой успех, это большой прогресс, потому что, по крайней мере, я не вижу, может быть, не знаю, может, я ошибаюсь, где есть еще команда, где 9 человек местных ребят в команде из 25, да, и 5-6 человек играют в основном составе.